Друзья, всем привет! Хочу показать, как я укореняю эписцы. Вот они у меня замочены со вчерашнего вечера. Почему так делаю? Очень хрупкое растение, поэтому обрезаю, на ночь в дождевую воду бросаю. Сейчас достану, оно обсохнет и покажу, что дальше. Так, вот у нас подсохло эписцы. Правильно нужно сделать обрезку. Чуть ниже междоузлия. Междоузлие у нас вот оно. Вот так вот. Все. Это тоже отрежаем. Череночек готов. Так вот получилось. Ставлю в контейнер, закрываю крышечкой дня 4 и потом приоткрывайте. Если будете долго держать, она может загнить. Все, приоткрываете, она быстро адаптируется и начинает расти.